все больше и больше. Люди просто докупают билеты. И аж в проходе на первом этаже нас там тоже слышно, если что, в торговом центре. Кто не знал. Итак, друзья, поаплодируйте, пожалуйста, те, кто нас впервые. Есть такие? Совсем немного, потому что все уже о нас знают. Хорошо, а кто уже, ну, давайте, тут, конечно, уже никакой интриги, кто у нас не в первый раз. Окей. А похлопать пусть тот, кто уже 3 дня подряд к нам приходит. Ничего себе. Обалдеть, обалдеть. Друзья, ну перед тем, как наши артисты сюда... У нас сегодня финал, 3-й день нашего караоке-квеза. Друзья, перед тем, как я вызову наших артистов, я хотел бы немножечко рассказать о том, что, ну, те, кто впервые у нас пришел, у нас сегодня формат такой, мы его называем неформат. Поэтому артисты сегодня будут не только петь и исполнять какие-то песни, но они будут дурачиться на максимальном уровне, сегодня будет просто зашкаливать. Мы подготовили для них состязания, которые для них будут, некоторые из них будут непривычны для них. Поэтому и хотелось бы напомнить о наших простых, а точнее, наверное, об одном простом правиле. Когда наши артисты поют, их снимать можно. Это мы не запрещаем. А когда артисты друг с другом состязаются, этого снимать не надо. То есть все конкурсы, все состязания, телефончики откладываем, мило наблюдаем, а когда наши артисты переходят в музыкальные части, спокойно достаем и просто можно пить. Сашка, сами поехали, ой, как классно. Вот, и потом сторис себе выкладываем. Ну что ж, друзья, я хотел под ваши бурные аплодисменты. У нас сегодня 2 команды. Ничего не поменялось, и артисты тоже не поменялись. И вам, я так смотрю, не надоедает, раз 3 дня некоторые люди к нам ходят. Поэтому я приглашаю на эту сцену 1-ю команду. Это московские пончики, как вы их уже сами озаглавили. Встречаем под ваши аплодисменты Александр Костенко и Иван Кайковский. Сашка, я смотрю, у нас любит экспериментировать, аж химию сделать себе на голове. Ну что ж, и мы продолжаем, потому что наше шоу не может состояться без 2-й команды, которую также назвали вы сами. Встречаем под бурные аплодисменты команда «Петербургские пышки» Федор Осипов и Ярослав Боярна. Я боюсь спросить, что между вами там происходило в этой гримерке, когда мы были вместе. Ладно, окей. Ну и по старой доброй традиции, мы уже 3-й день, они могут сами на самом деле название себе выбрать, помимо того, что вы им придумали. Но если вдруг есть желание, можете вам всем рассказать. Но самое главное, вы можете друг друга представить, можете о себе немножко рассказать. Вам буквально 2 минуток я на это даю, поэтому прошу. Можно прямо сейчас уже друг друга обзывать, драться. Начало. Итак, у нас тоже есть название, мы его придумали. Почему тоже? Мы не сказали, что у нас есть. Только что. Между прочим. И посмотрим московские пончики. Неважно, это у нас. Наша команда называется... Тебе органичнее это произносить, скотина. Наша команда называется «Страна уходящей молодости». Вчера такая команда у нас. Но они ведь не додумались вчера, вот для этого. Я бы на вашем месте тогда не хвастался этим. Ну ладно, так, и... Наша команда называется... Носки! Космонавты! Вот они знали, что они прямо вот только что пришли. Причем они что-то обговаривали, потом такое... Пускай будет смешно. Пускай будет. Космонавты. Ну что ж, это ваше представление. На этом все, да? Ну, мы можем сразу перейти к музыкальной части или что-то еще, пару слов. Вас, Сергей, представлять не надо. Степан представлять не надо. Сразу видно, что уходите. Капитан команды «Мега» Степан Лукин. Выше! Спасибо.
Вот кто сегодня победит, понятно? Так вот, но это решает на самом деле вы, не мы. Поэтому у нас сегодня будет еще и голосование в наших состязаниях между нашими артистами. Поэтому вы тоже. А, не будет у себя? Я думал, ты все. Зачем действительно? Что, все уже решено? Уходи со сцены, ты забыл. Третий день без тебя сегодня. Только артисты. Ну ладно, отлично, да, сегодня без голосования решим грубая мужская сила, даже не вокал, я так понял. Да, грубая мужская сила, да. Вот так, выходи, ну здорово, мужик, в трехметровом выходи. Ладно, друзья, поэтому, чтобы начать наше состязание, у нас начнется все по традиции с музыкальной части, но не начнется без нашего дружного караоке-камикадзе. Я говорю, давайте впятером это сделаем. Давайте впятером это сделаем. 3, 2, 1, караоке! Сначала каждый артист поет по одной песне, по своей визитной карточке, поэтому кто-то сейчас расслабляется, а я скажу, кто из вас будет первый. И у нас со своей первой композицией, а в принципе вообще, наверное, даже ничего не меняется, потому что, Саш, ты у нас вроде как первый и будешь, если я не ошибаюсь. Да, ты у нас первый будешь, но мы будем меняться по очереди. Он у нас первый? Тебе там что-то кто-то на ушко подсказывает, что ли? Ты у нас первый? Итак, ага. Веник. Блин, у меня сейчас будет грустная песня. Как я работал в Макдональдсе. Так, слушай, после этой шутки понял, что она не смешная. Ну, слушай, она так и должна быть. Мы начинаем всегда с грустного. И готов? Ты настройся, главное. Сейчас. Саша, ты на галстук. Первого просто всегда тяжело играть сегодня, нет? И на бабочке. И на бабочке. Ты уснул? Я настроился. Да, все хорошо. Саша, поехали. От того и лишь надо. А говорит грустная. Давайте разогреем начало нашего вечера. Не захочается хлопать. Thank you.
Константин! Воу! Или Леонтьев начало, я не знаю. В общем, друзья, мы продолжаем. Вот такой вот музыкальный батл у нас. Музыкальный. Ну, легкий, у нас здесь не оценивается сейчас. Поэтому, Федь, ты у нас следующий. Я следующий. Да, ну что ж, так давай. Они просто так сделают лицо. Ого. Песня тематическая. Господи, что это? Ария Сушонга из мюзикла «Страна улыбок». Матерь Божья! Скажите мне, кто из вас его смотрел? Федор, мое уважение к тебе выросло. Выросло? Плюс 100. Подбиваем, не мой хороший. Оно ее бросло в минус. Начинаем. Причем подготовился в образе. О, Степа. Господи, ребят, вы знаете, что это. А я надо. Ми-минор. Какая разница? Вы чуете? Вы чуете? Запах. How do you do that? See you met my faithful handyman. He's just a little brought down the ghost. When he looked, he saw Lord the Candyman. Don't get strangled by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one. Обещал, что ты согласился. Я попросил. Он, я побежал, знаю, что мы сегодня поедем. Он не директор кастинга. Да? Он так же, как и ты. Итак,
У нас следующий Иван, поэтому я предлагаю поддержать его аплодисментами. Ура! Ну, тут без лишних слов. Зажигай! Мальчики! Мальчишки! Танцуют все! За столами! Девушки, как звезды, в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Да, Господь отворит небеса.
Итак, хорошо, ладно, ясно. Мы дадим шанс. Иди танцуй. Можно микрофон? О, да. Можно микрофон выключить ему? Просто выключить. Выключить погромче микрофон. А это он написал? Представляешь? Он даже не исполнял. Да ладно. Я не знал. Но вы-то понимаете. Когда берешь песню Надежды Бабкиной, нужно знать, что берешь. Ты же понимаешь, что это по моей теме. Ты просто знаешь, что если пишешь песню Надежды Бабкиной, то знаешь, что эта песня закончится. А, поехали. Настрой Ярослава подходит к концу. Бегите в траву!
Видео. Скоро и Киркоров посмотрит. Так что бойся. Степа, я спел свой песню. Подожди, королю или кролю? Кролю. А, все, окей. Просто как бы король тоже... А не обещал Киркорову переслать просто. Ну вот, я поэтому говорю, потому что король тоже, может быть, и услышал раз. Ну что ж, друзья, на этом у нас визитные карточки закончены. И мы переходим... А мы были первое отделение на этом заканчиваем. Да и все как бы, хватит, пора бы уже. Сейчас будут дуэты. Дуэты у нас... А у нас же не... У нас дуэты голосования? Нет, у нас... А дуэты случайные? Вот Маша сегодня жестко... Нет, вы с командными дуэтами сейчас будете, поэтому сейчас просто дуэты. И первый дуэт у нас это вы, Александр и Иван. О! Итак, поехали! Поехали! Больше ждать и делить белый свет на правду и ложь. Не было смысла вновь гадать, каким ветром нас унесло. Где ты была в тот день, когда мое счастье ко мне впритык подошло? Улыбнулась и мимо меня прошло.
наконец-то, к третьему дню, боже мой. Слишком активные они какие-то из гримерки вышли. Ты что-то хотел вещать там? В общем, друзья, у нас сейчас начинается музыкальная часть. Я предлагаю этому поаплодировать, потому что сейчас наши артисты будут петь те песни, которые мы им загадали. Я предлагаю по старой доброй традиции отправиться в зал и вручить коробочки, чтобы наши гости смогли выбрать одну из песен. Полицейская, как всегда, жаба. Так, все, все разобрали. Так, есть. Не коробочка с карточками, так, нет, там часы, просто роли. Она коробочку ищет с картин для часов. Так, за это можно себе оставить просто. Нам не шашку бумажки. Так. Нормально, наклейка. Хорошо. Ну, значит, набираем любую песню, нет, 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 пустой лист, это, наверное, что-то значит. Ну что ж, ты выбрал? Ты предоставил возможность такую. Я смотрю, Саша уже заряжается, прямо сразу первая шаг в бой, или что? Давай, давай. Только дай мне номер песни, чтобы я не мог включить ее. Да. О-о-о. То, что тебе надеется сейчас. Если кто знает, то пивайте. Итак, мы заряжены. Саш, ты готов? Все? Ну, ваши аплодисменты, Александр Кадин, поехали! Как будто забили вокруг мосты и страны.
обещал успевать. Я не знаю, месяц. Скажи честно, ты кто? Господи, опять? О! Ты его не любишь, как мужчина. Я его обожаю. Но он умер. Опять ты кто? Понимаешь, от моей любви. Джо, прости меня за такой грим. Поехали. Господь прости. Unchained my heart.
я не хотел. А у него 21 апреля в нашем берегу концерт свой, поэтому приходите, записывайтесь, количество мест ограничено. Что-что, а уже говорит, ну уже? Я уже купила 5 билетов! Степ, ну ладно, что ты пришел? Ага, сколько там? Ну, конечно, тоже. Это, друзья, вот только сегодня. А потом уже приходить, конечно. Ты тоже приходи, на Мозговоре. Кто из Красногорска живет? Да? Воу, приходите на Мозговоре, на правах рекламы. Ладно, друзья, потом расскажу об этом, что такое классные вещи, я организовываю. В общем, друзья, у нас продолжается наш рок-имикация. А, Вань, ты уже сам смог, да? Смотри, смотри. Ваня, который смог. Смотри. Так. Так. Все, отлично. Я делегировал свои задачи. Теперь, Вань, ты нажимаешь все кнопки. А, так вот же твоя функция состоит. Да, я больше здесь ни к чему и не нужен. Так. А ну, давай, я нажму. Вань, я могу. Ребят, на английском. Что, спеть тебе тоже будет слышать? Готов? Я не знаю, ребят, что это будет, но давайте поэкспериментируем. Ты же не разберёшь. Состоявшиеся мужчины. Ансамбль Александрова?
Ну что, готов? Да. Поехали. Только я никогда.
и слеза. Поздно! Поздно! Пропала миска моя, но весной лёд тает. Дуэты, и первый из нас будет Александр и Ярослав со своим дуэтом. Обычно задеты. Итак, цифры у этого трека. Как мы, да, прекрасно. По очереди, типа, да, построчки? Давай! Прямо ты первая, я вторая. Давай! Как обычно мы поем всегда, да. Да. Со мной. Еще два. Давай друг против друга встанем вот так, как обычно. Давай. Спасибо, Александр Сергеевич. Спасибо, Ярослав. Ярослав, я Игорь. Не подходи ко мне. Опа. Ну что, друзья, мы продолжаем.
я приглашаю на сцену Ивана Григорьевского и Фёдора Васкова. Итак, а у вас какая композиция? Давайте посмотрим наши картотеки. Я боюсь, что Джой Фрэнк встретит меня с вилами, когда так выгреб, в который я исправляю их песни. Класс. Все. Чего тебе Моисеев боец? Все, вы готовы? Фрэнк Моисеев. Go. I did it my
музыкальная часть на этом не останавливается, и я приглашаю, прошу наших артистов взять свои коробочки и вновь попросить наших дорогих гостей. А у тебя одна все там? Ну, вот, пусть она и будет. Сперли, враги. Аккуратно. Оп, ловим. Было опасно. Опасный дюк. Ну что ж, у нас уже, я смотрю, возвращаются. Я опять это сделал? Почему фу-то? Сад Шептунов? Я так сделал год назад. И опять придется. Так, ну что ж, да, попробуем. Фу, как вы могли взять эту бумагу? После Ярика. Пусть как будет стыдно. Я думал, там тоже будет какой-нибудь там Фрэнк Мэйси. Ох, я. Так, ладно, пока Саша там. Давай, быстрее нажмешь, быстрее закончишь. Закончим. Фу. Кос мой друг. Музыка мой драг. И все, что вокруг. Поем все, ребят. Ну, не, Вань, ну это все. Эту песню, да, тут надо выпивать. Это все. А мы поддержим Тивана аплодисментами.
все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит у стола, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была. I heard the whistle.
Ситуация сос, я себя не
жизнь. Там столько электрических проводов, куда рядом упал Ярослав. Знаете, мы все надеялись, что его наконец ударит. Я не стал предупреждать. Правильно? Итак, на этом... Андрей, горел он пахнет. Это просто ты же. А тебя так всегда пахнет. Ну что ж, друзья, у нас остается всего лишь одна песня до финальной. И перед финальной песней у нас... Появилась традиция, мы вместе вчера с вами выбираем ее. Поэтому переходим к рандому. Итак, друзья, вы называете цифру, а мы ее аккуратно вводим в нашу чеки-кроки-машину. Итак, поехали. Не-не-не, давайте Давайте так. 4. Я услышал очень громко, отчетливо 4. Итак, следующий. 6. Услышал. 8, услышал, 3 человека сказали 8. 3 попытки у нас есть. 18! Чаще всего звучало 2. И... 3. 18! Давайте попробуем. Вы ее знаете? Вы кто, знаете? Не-не, так в этом... Это же попса! Давайте как-нибудь споем, мужики. Чё не спеть? Давайте так. Чё не спеть Наташу Королеву губы в губы? Знаете, кто-нибудь поаплодирует еще, Наташа Королева? Три попытки у нас, давай. Никто не знает, давайте попробуем. Давайте, первый попытка. Я предлагаю год рождения Ярослава Баянова. Если бы маленькая страна, то ладно еще. 1876. 5, окей, 5, 7, вот. 8. 18. 18, окей. Там такая песня была. Какая? Ну, просто проскочила, если бы без 18, ты один. Блин, так. Ты про нее? 18! О, господи, вот эта песня. Вот эта песня, пожалуйста, умоляю. Давай. А ты ее знаешь? Все ее знают. Точно? Ну давай, поехали. Подожди, это не эта песня. Эта песня. Это вот эта песня. Да, я понимаю. Вот как моя собака. Да, но пока я, видимо, не знаешь один. Не-не, Саша знает, Саша хороший мальчик. Так, давайте еще раз, Итак. Очень красивый. Была песня в Боярске. 69. 13. Боярика, 69. И одну цифру еще. 1. Нету, запись отсутствует. Запись отсутствует. Ребят, нам начинать с маленьких цифр. Последняя попыточка. 5, 18. А вот и что, у нас 18, что ли, я не понимаю. Ой. Дальше. 7. И все. А что это такое? Кто это вообще поет? 6. Кто это? Что? Кто это? Такие песни раньше существуют. Просто интересно, в соцопрос, группа «Свои», знаете такое? Короче, друзья, у нас пока не получается. Итак, короче, я сейчас рандом вожу. Все, Степа, золотой серебряный руки. Все. Что такое Фидель? Это циркуль? Давай, пока не... О, сделай назад. Ты, блин, ты... Что? Леди Весна. Сердюков? Да погоди, бывший министр обороны? Пожалуйста. Надо 4 цифры набирать, а не 5. 4 цифры. Окей, рандомно. Чик-чик-чик. Снег был хватит. Давай, врубай! Да? Песни дотравили. А вы кто его знает? Кто его знает? Знаете? Ну давайте нам, помогайте. И все такие. Все, возглавимся на ней хотя бы. Нет. Да, нет. Большинство против. Да, нет. 4 цифры, пожалуйста. И все, да. И нет, ничего. Еще. И... Во! Нет, что? Вот! Давай, вот это. Подожди, люди знают. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Веселые ребята, люди встречаются. Люди встречаются. Ну давай. Уверен, что это она. Да. Это не та песня. Нет. Ну давай, Саша. А наверное, что это она. Нам не все знать песню, чтобы ее петь. Поехали. Что-то в этом есть. Игорь Николаев. Леди Весна. Кто-то Сердюков С, кто-нибудь знает? Давай, ставь. Это Леди Весна. Просто Стопудово. Стопудово. Запись отсутствует. Машина времени старых коробок. Да что такое? Не, ну это не честно. Мы будем до последнего. Да как кто-нибудь из нас не будет на песню? Когда у нас поезд песни? Что-то как-то так. Скоро я, не скоро. Я хочу сказать вам. Даманский вальс сейчас увидим. Блин, я не знаю. Подожди, мужики разбираются.
Все, Сан, вот, все, все, давай. Чего, а что это такое? Слушай, у меня, короче, осталась песня вот здесь. Angela Eyes. Подожди, нет, Фена. Нет, вот, у меня одна песенка осталась, может ее вот посмотреть? Это нечестно, это нечестно. Нечестно? А, кстати, давай, она классная. А вы бы все припев... А мы тебе подпоем, да. Ну, чтобы не мы, потом мы не уедем. Ее просили, погнали. Врубай. Ой. Oh,
Ты мне расскажи.
Знаете, это честь тебе, друзья, но у нас, поскольку сегодня день рождения, и мы решили отметить его специфично. Ну как, по-обычному, но тем не менее, с нашим шикарным тортиком! Вот у нас есть... Бой, Степа! Степа, аккуратней! Бой, Степа, штаны порвали! А можно бояру самокнуть просто туда и все? И... Да, без меня, можно. Ярик, смотри, какой торт. Ярик, смотри, какой торт. Я надеюсь, что, возможно, мы проживем еще год на такой оптимистичной ноте. Слушай, я очень в этом уверен, что мы и не год, и не два, и не три. Мы закрываемся сегодня. А еще можно родить. Слушай, а правда, мы не пропадем. Если зрители совсем пропадут, мы нарожаем новых. Нет, Саша предлагает рожать на сцене, ты не можешь. Меня тут 4, 5 мужчин, вы так смотрите. Роди мальчика за 3 секунды на сцене. Слушай, такие бонусы за 2-го, 3-го ребенка, да, поверь, сможем. Найдем, мы русские, способ найдем. Давайте буквально мы сейчас... Поедим, а потом... Но очень-очень быстро, потому что у нас двое товарищей из Санкт-Петербурга, им нужно на поезд, да, и поэтому мы постараемся максимальный, да, максимальный. Не мучить. Боже, спасибо большое. Нет, Маша, я хочу тебя помогите спросить. Я хочу сказать спасибо тебе за то, что ты сделала этот фан-фан-фан постоянно. Дай Бог тебе всего. Слушай, это еще... Слушай, Маш, ну это еще не все те люди, которые хотят тебя поздравить, поэтому у тебя есть крутая команда, которая тебя также хотела бы поздравить. Машуль, в общем, мы все тебя очень-очень любим, и я думаю, что я без тебя вообще не могла бы никак состояться. Вот, и как часть корабля, часть команды, мы поздравляем нашего капитана Мариюшка. Одна минута перерыва, идем фотографироваться, потом вон туда. Сейчас свет включит и все будет. Друзья, ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Буквально как раз 16 апреля будет следующий...